Родник деревни Федоровка Николаевского района – излюбленное место жителей. Ежедневно за водой сюда ходят десятки, а то и сотни местных. Долгие годы люди своими силами содержали родник в чистоте. В этот раз помогли в Минприроде. По программе охраны окружающей среды источник благоустроили. Заменили каптаж, установили новый деревянный сруб и лавочку, проложили деревянный мостик через речку. Вода-то уходит, все равно и готовить, и это. Только вот с нее, на мой взгляд, лучше, чем в водопроводе. Чистая, то есть без запаха, без ничего. Нормальная вода. В этом году в Николаевском районе благоустроили и другие родники. В селе Паника, Елшанка и рабочем поселке Николаевка. В рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды в 2021 году благоустроено 26 родников. Сейчас мы уже практически на финальной стадии. Районы, дальние районы, южные, закрывают родники. Общий объем финансирования в 2021 году предусмотрен в размере 2 400 000 рублей. Программа по реконструкции и восстановлению родников в Ульяновской области действует уже на протяжении 10 лет. За это время в регионе благоустроено свыше 600 родников. В следующем году работа продолжится. В областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 2 600 000 рублей. Анна Тищенко, Управда ТВ из Николаевского района.